В Чувашии прошел 14-й республиканский фестиваль творческих коллективов воскресных школ Чувашской митрополии «Рождественская звезда». Данное мероприятие было организовано благотворительным православным фондом «Милостивая» по благословению митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы. В фестивале приняло участие около 400 воспитанников воскресных и общеобразовательных школ республики, а также дети из Донбасса. Ребята приехали из разных районов регионов, чтобы песнями и стихами прославить Рождество Христово. В этом главный смысл фестиваля. После завершения праздника всем детям были вручены сладкие гостинцы и красочные журналы. Коллективы, принявшие участие в празднике, получили диплом за подписью митрополита Варнавы, а каждый участник фестиваля получил рождественский подарок. После концерта всех ждал праздничный обед.